20 июля во всем мире отмечается День торта. Праздник относительно молодой берет свое начало в 2011 году, однако уже приобрел миллионы поклонников. Среди них не только сладкоежки, но и те, кто к кондитерским изделиям равнодушен. Праздник посвящен миру и дружбе между людьми, а девиз его «I cake you», который означает «Я приду к тебе с тортом». Секрет вкусного торта у каждой хозяйки свой. Паризот Сабержонова, например, ставит во главу качество используемых ингредиентов, проверенный хорошо знакомый рецепт и сочетаемость продуктов. Коронный торт Паризот – классический бисквит с крем-чизом. Хозяйка добавляет в него карамель и перетертую малину. Получается то, от чего, как говорят в народе, пальчики оближешь. Не торопиться, не спешить. Если вы что-то делаете, спокойно, осторожно собираете. И если, конечно же, иметь хороший настрой, да, хорошее настроение никогда не помешает. И опыт, если вы хотите сделать торт интереснее, это все придет со временем. 20 июля для Паризот, как и для других кондитеров, особая дата. В этот день отмечается Международный день торта. История праздника берет свое начало в 2011 году. Однако история самого кондитерского изделия куда богаче. Лингвисты связывают происхождение торта с итальянским словом «торта», которое переводится как «круглый хлеб». По их мнению, прототип кондитерского изделия впервые появился на территории современной Италии примерно 2000 лет назад. В Древней Руси также не существовало аналогов современного лакомства. Традиционным свадебным угощением был каравай – праздничный вариант выпечки. Он был круглой формы и символизировал солнце, благополучие и плодородие. Для украшения использовали косички, цветы и фигурки из теста. Подавали каравай в конце застолья. Его разрезали на небольшие кусочки и раздавали гостям. В современном виде приходится возникновение тортов на период царской России. В это время традиционные пироги превратились в настоящие кондитерские шедевры. Например, в то время появился популярный сейчас медовик. Медовик и другие торты пользуются большой популярностью и у клиентов тверской пекарни «Три пирога». Особая гордость кондитеров – вот такой классический Наполеон, в составе которого слоеное тесто, заварной крем, а по желанию заказчика можно добавить прослойку из малинового конфитюра. Кроме того, в ассортименте пекарни фисташково-малиновый торт, шарман, королевский торт и многое другое. Мы принимаем на заказ торт любой сложности. Также вы можете в нашей пекарне приобрести торт дня по привлекательной цене. Более подробно с ассортиментом пекарни можно познакомиться на ее сайте. Словом, сегодня торт – это не просто сладкое угощение, но и символ дружбы, праздника, большого застолья. А 20 июля он и вовсе становится главным действующим лицом. Недаром ведь девиз праздника – «I cake you», который означает «Я приду к тебе с тортом».